Вы смотрите передачу «Москва. События». И мы с вами находимся около метро Красногвардейская. Ну, здесь, во-первых, отменили так называемую «Крымскую весну». Ну, фестиваль вот этот, вот здесь он должен был проходить. Место проведения ярмарок. Так называемая «Крымская весна» должен был вчера открыться. 14 числа до 22 проходить. Ну, и вот так и не открылся, видите, все пусто, заснежено. Ну и отменились так называемого вируса. Ну не из так называемого вируса настоящего, но просто панику не надо делать. А из этого сделали, конечно, из мухи слона. Ну ладно, это уже вопрос другой. А самое главное то, что вот этот вот павильоны, их скоро все снесут. Вот это все, что мы видим, торговый комплекс Зябликова, кстати, торговый павильон, они все будут скоро снесены. Дали срок сначала 12 марта, ну а потом вроде продлили до 22 марта на недельку. Вот, видите, уже многие павильоны закрыты. Все потихонечку уезжает отсюда. Продавцы. Одно из последних таких еще мест, где вот была такая торговля, которая в 90-е годы была у каждой станции метро практически. Ну, вот здесь еще довольно долго оставалось. Ну вот теперь ей тоже приходит конец. Вот. Видите, здесь все закрыто. Уже здесь еще какие-то овощи торгуют. Ну, в общем, а здесь вход уже все закрыли. Вот. Собственно, на сам рынок, в этот торговый комплекс, где там ряды как раз были и все такое. Ну, что-то еще вот есть, какие-то павильоны работают. Ну, вот уже отсюда выехали. Ну, и вот предписание управы. Вот. Вот так вот. Ну, продлили вроде до 22 числа. Немножко дали еще срок, недельку поторговать. Все. И все вот это будет закрыто. Все вот эти ларьки, павильоны и так далее. Тихонечко они уже закрываются. Вот это, шаурма, там все снесут. Здесь уже посносили вот эти торговые комплексы Зяблику. Там тук-тук находился, тоже снесли. Ну, это еще давно, в 17 году было. Ну, вот, ну, а это еще, видите, на 3 года подольше. Здесь вот Мегафон работал, уехал сейчас пока время на овощи, фрукты. Но тоже на недельку буквально и все. И здесь вот это еще пока какая-то торговля идет. Но скоро все закончится и все будет снесено. Здесь вот эти все палаточки. Ну это еще вот такое как бы остаток наследия 90-х годов, когда тут все это появилось. Ну и соответственно, как появилось, так и скоро будет снесено. Здесь вот тоже раньше ряды доходили сюда, вот сейчас частично их снесли уже тоже несколько лет назад. Ну вот, укоротили вот до сюда. Сделали автостоянку открытую. Ну все, он закрыто. Все, он уже не работает от шоурума, а то, что тут работало. Там тоже все павильоны закрыты уже, вот на этом рынке, в торговом комплексе. Ну и вход там вот с той стороны видели закрыт тоже, здесь тоже все закрыто. Но здесь еще торгуют вот эти, которые остались, примыкающие как бы к этому рынку Зябликова. Ну, недолго уже остался.